Здравствуйте, мои дорогие, с вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов по образованию. Я, во-первых, хочу сказать спасибо всем моим осознанным подписчикам, которые правильно воспринимают информацию, которую я даю, также из личного опыта. Вот вчера я с вами поделилась историей становления меня как личности, человека, который победил свои паттерны, построил свою карьеру, воспитал свою личность сам, несмотря на то, что в жизни не было примера успешного человека, который бы, ну, короче говоря, показывал бы мне, как жить. Сама себя всё сделала. Ни в коем случае не хотела, чтобы это вызывало какую-то жалость или сострадание. Наоборот, рассказываю о том, как нужно не сдаваться, несмотря ни на что, и быть счастливым человеком, что бы с вами ни происходило, какое бы у вас ни было детство и так далее и тому подобное. Но, как всегда, среди многочисленных позитивных комментариев нашелся один дурак, который написал: «Хватит слушать психологов несчастных, которые не могут сами построить здоровые отношения». Меня это не столько удивило, сколько просто заставило задуматься. А почему же у нас общество воспринимает женщину только как придаток мужчины? Мол, если женщина одна, то она несчастна, даже если у нее все прекрасно в карьере, если она себя хорошо чувствует. Что-то я не видела ни одного мужчины, которому бы так говорили, который бы хорошо зарабатывал, имел бы хорошую карьеру, и ему бы говорили: «Ну, ты несчастный, у тебя какая-то жизнь неудавшаяся». Мужчинам так никогда не говорят. Именно женщину наше общество воспринимает просто как придаток, обесценивает все ее заслуги, все ее труды только по одному факту, что рядом нет мужчины с половым органом, сами знаете где. Это огромная проблема нашего общества, я считаю. Потому что получается, что женщина, она не личность сама в себе, а она приспособление к кому-то. И чего бы она ни добивалась, как бы она в жизни ни старалась, ее всегда будут воспринимать по принципу: есть у тебя мужик или у тебя его нет. Так вот, я вам хочу сказать, мои дорогие, вы потом не удивляйтесь, что в нашем обществе популярны совершенно бессмысленные песни инстасамки, инстаграмки, как ее там. Я хочу сказать, что в современном обществе женщина действительно должна твердо стоять на ногах и всегда быть готовой к тому, что мужчина-то может уйти, даже если он у вас есть. И именно ваша карьера, именно ваши труды по жизни дают вам фундамент счастья, вашего личного счастья, а не мужчина, который сегодня есть, завтра его нет. Я не против семей полных. Я никогда не выступала за то, чтобы была только семья с одной мамой и все такое. Я за то, чтобы подходить к отношениям не по принципу того, что за счет мужчины решать какие-то свои проблемы. Вообще, когда у вас есть хороший заработок, то вы, наоборот, более обстоятельно будете подходить к своему выбору в жизни. Вы уже не будете с такой маниакальной потребностью кого-то искать, лишь бы кого-то. Вы будете, во-первых, счастливым человеком сами по себе. И если вам встретится хороший мужчина, то прекрасно. Если нет, то как бы вы ничего и не теряете в этой жизни. Поэтому я еще раз повторяю, то, что я воспитываю ребенка одна, это не значит, что я несчастна. Я считаю, что наоборот, я очень счастливый как бы человек.